прикончит любого, кто его приютит. Большие проблемы. Медведи напали на лагерь. Они не собираются уходить. Нам срочно нужна помощь. Аджай на связи. Где ваш лагерь? Высылаю наши координаты. Ой, он летит. Он близко. Быстрее! Спешу к вам изо всех сил. После всего пережитого. Объявление от Министерства внутренних. Спокойно. Да, и можно спокойно вывести людей. Что я и делаю. Спасибо. Пронесло. Эй, куда? Thank you.
Шахтах Пайганамина. Я думал, что будет весело это обсудить. Поэтому я обратился к нашим фанатам. И они, то есть вы... Сабал, я прошел мост. К северу от тебя Уткарш.
процветающий под властью Пейгана, если верить его словам. Золотой путь есть и там. Никто не знает Север лучше. Ты должен встретиться с ними. Привет, Аджай! Избежал из тюрьмы. Раньше никто этого не мог. Похоже, тебе покровительствуют сами боги. Отличная охота, Аджай! Спасибо! Для богов все возможно. Должно быть, у тебя особая судьба. Ты мне особо набожным не кажешься. Но все течет, все меняется. Боги точно вмешались в твою судьбу, ведь твой побег — чудо! Thank you.
Аджай, намасте! Как ты сбежал из тюрьмы? Вскарабкался по стене? Ты что, человек, паукообразная обезьяна? Ты первый, кто вернулся из этой тюрьмы на моей памяти. Раньше-то это всегда был билет в один конец. Эта тюрьма построена на месте паломничества первосвященников. Говорят, Банашур лично принимал всех, кто добирался живым. Когда мы победим, то забьем всю тюрьму солдатами короля. Пусть маленько поостынут в ледяном аду. Ты сбежал из тюрьмы? Вскарабкался по стене? Ты что, человек, паукообразная обезьяна? Все говорят, что из Дургеша можно выйти только одним способом – вперед ногами. Думаю, там есть время для медитации. И привязываться там особо не к чему. Нет. Нет, Дургеш много хуже смерти. Они ждут тебя внизу. Аджай, спасибо, мы снова с золотым путем на юге. Скажи Амите и Сабалу, что мы готовы. Цели уже... Нет! Моя семья! Ой, а это... волшебно. Красное дерево, да? А вы... идеальная пара в придачу к дому. Практически соль земли. А мне говорили, что истинное воплощение гостеприимства Уткарша — это, без сомнений, Ранас. Мы у многих спрашивали, и все буквально в один голос подтверждали. Они — само гостеприимство. Примут любого. Я сперва не поверил. Напросился в гости. Как говорится, доверяй, но проверяй. Милашка. Понимаете ли, я хотел предупредить. Да, сэр? Точно. Итак, вы могли не знать, но от меня не укрылось, что вокруг есть крайне недостойные люди. Я боюсь, что эти люди, эти террористы,
воспользуются вашим гостеприимством, повредив вашей репутации. Мы же этого не хотим, правда? Нет, сэр. Нет. Ну, вы позволите мне защитить вас и сохранить вашу репутацию? Конечно, король Нин. Ваше желание – закон. Рад, что мы с вами договорились. Что ж, не буду вас отвлекать. А, да, еще одну минутку. А еще говорят, что я далек от народа. Нет, тебя убьют! Я за Бейгана. Сабал, вижу Бейгана. Я преследую его. Что? Ты уверен? Так точно. Ты справишься, брат. Из Мельбурна, вроде бы. Его единственный грех – потрясные скулы. Думаешь, чей это портрет на деньгах? Ну ладно, так уж вышло. Думаю, в следующий раз встретимся тет-а-тет. Без этого пропадает.
пропагандистского... Я потерял его. Я проверю. Надо убедиться, что все в порядке. Вот, словно жопая макака. И... Джай слушает. Что везете? Что отметить? Запрещенные книги. Мы их переиздаем и устраиваем тайные библиотеки. Поможешь? А то. Перо острее меча, верно? Да, но ракета эффективнее. Высылаю координаты. Ты не первый мне это говоришь. Мина и его лакеев из эфира. Почти все вышки Керата теперь изливают мой мягкий голос прямо в ваши уши. Потрясающе. Но это не все. Сейчас я открою вам имя героя. Аджай Гейл. Точнее, как это правильно произносится? Ахджа Гейли. Знаете, у меня насчет имени пунктик. Я хочу поговорить об этом. Да, мне просто не терпится. Мне нравится, как Аджай с этим играет. Аджай Гейл, это так по-американски, крутой парень из Штатов, это заявка на победу. Но он не обижается, когда простой кератский народ здесь называет его кератским именем Ахджа Гейли. Я рад, Аджай, что ты не забываешь о своих корнях. Это как с томатами, все говорят томаты, томаты. Но мы же с вами знаем, что это неправильно, а правильно томаторы. И не спутайте, с вами не Раби Рейренах и Чоту, а Раби Рейрана и Чоту. Хотя, наплюйте на Чоту. Это моя программа. Подожду здесь.
Точка не рассчитана на езду по кочкам. Так что наша задача – просветить их. В этих книгах вся мудрость человечества. Фейган знает, что знание – сила, и хочет лишить нас ее. Противник на хвосте! Приближается транспорт! Добрался без проблем? Полезай наверх. Впереди долгие мины и плохие парни. Итак, ты читаешь книги? В наши дни это, полагаю, глупый вопрос. Но я про настоящие книги. Ни комиксы, ни романы, только суровая военная история. Искусство войны или фон Клаузевица? Семь столпов мудрости? Нет? Ну и ладно. У тебя хоть есть образование. А у тех, для кого книги, ничего нет. Эти водилы гоняют, как ненормальные. Сейчас отъедем. Держись! Эта тачка не рассчитана на езду по кочкам. Так что наша задача – просветить их. В этих книгах вся мудрость человечества. Фейган знает, что знание – сила, и хочет лишить нас ее. Противник на хвосте! Приближается транспорт! Кирату свет знания. Кстати, их можно брать на абонемент. Припасом, Аджай, мы готовы к бою как никогда. Еще чуть-чуть, и у нас будет все, что нужно.
Свободный Керат, и знаете что? Рабер и рано говорить вам не хорошо.
пощади! Умоляю, пощади! Нужна помощь! Нужно навещать брата вот старше. Заодно и поешь. Он отличный повар. Я тебе ничего не сделал! Yeah.
Хотите, чтобы он ушел? Ищите! Огонь не прекращать! Принято! Я его достану! Стащись-то! Брат, брат!
Направляй! Я их накрою! Точняк! Это Аджай. Бей королевскую погонь! Они на чеку и ко всему готовы. Разведка Чикори донесла. Это сложный случай. Yeah.